Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего нашего вебинара. По традиции хочу спросить, видно ли меня, слышно ли меня, как у нас сегодня с интернетом, все ли хорошо, видна ли картинка, поставьте, пожалуйста, плюсики, что-нибудь, что вы меня видите и слышите. Отлично, спасибо вам большое, спасибо, Татьяна, добрый день всем. Сегодня мы будем говорить о технологиях здоровья. Как вы знаете, у нас прошел два дня MPC-семинар, но мы сегодня поговорим о свете вообще и его роли в нашей жизни. И это очень важная тема на сегодняшний день, потому что у всех у нас есть приоритеты в жизни, правда? Их достаточно много. Ну вот что у меня на слайде поместилось, собственно, то я и написала. Но еще Сократ в 5 веке до нашей эры говорил, здоровье – это не все. И это правда. Нам хочется отдыхать, заниматься любимым хобби, карьерой, осваивать мир, там, заниматься каким-то чему-то, учиться новому, создавать семьи, любить. Но все без здоровья – ничто. И вот эта фраза, она, наверное, на самом деле ключевая. И поэтому все-таки здоровье у нас стоит в приоритете, потому что все остальное, если нет здоровья, не приносит радость, не приносит удовлетворение, к сожалению, до тех пор, пока мы с вами не вылечимся. Вы знаете, когда я читала достаточно много научной литературы, читаю, я стараюсь для того, чтобы медицина все-таки не была настолько политизирована, как политизирована она сейчас, я прочитала одно очень интересное высказывание министра здравоохранения Канады, который он написал в 1974 году. И вы знаете, я почти прослезилась, потому что он сказал истинную совершенно вещь. Сколько ни вкладывай денег в диагностику и лечение болезней, здоровье нации не улучшится. Посмотрите, как одной фразой он разделил. И действительно, мы все время с вами пытаемся лечить болезни. Очень мало думая о здоровье. А ведь наше с вами здоровье почти на 60% зависит от нас самих. Медицина – это 10%, и, по сути дела, это медицина катастроф. Поэтому на самом деле здоровье – это то, чем мы с вами занимаемся. И мы знаем, что есть 6 элементов здоровой жизни. Воздух, вода, еда, физическая активность, сон и свет. Вот эти 6 столпов здоровья, от которых зависит, собственно, будем мы болеть, или не будем мы болеть, потому что давайте все-таки разделим болезнь и здоровье. И я могу сказать, что компания Цептер удивительнейшая совершенно, потому что она вот эти 6 столпов здоровья буквально закрыла, причем не просто закрыла какими-то приборами, какими-то аксессуарами, а именно природоподобными технологиями. Потому что вода у нас практически как родниковая. Потому что еда у нас именно та, которая сохраняет микроэлементы, аминокислоты, белки, жиры, углеводы. То есть то, что нужно нам для энергии. Воздух, спасибо большое, не просто Therapy Air, который почистит воздух, а который создаст нам природный микроклимат в том помещении, в котором мы находимся, благодаря генератору отрицательных ионов, который тоже сам по себе уникален. Но физическая активность все-таки компания Цептер оставила на нашей совести. Но если погода плохая, и вы решили позаниматься спортом дома, вы включаете Therapy Air, и, в общем, как будто вы занимаетесь спортом на улице. Сон. Благодаря умной системе сна Кванамед мы теперь знаем, насколько важен сон, и как мы можем улучшить свое здоровье благодаря правильной системе сна. Ну и, конечно, свет. Свет, вот свет мы вот по такому щелчку получить не можем, а свет нам нужен каждый день. И я хочу сказать, что мы сегодня говорим о той ипостаси, без которой жизнь, в принципе, невозможна.
Свет. С лучами солнца до нас доходит тепло и свет. Вот сейчас начинается весна. Сегодня в Петербурге солнечная погода. Вчера лил целый день дождь. И вы не представляете, у людей даже тон лица поменялся, выражение глаз. Люди идут по улице и улыбаются. И правда. Вот доходит тепло и свет. Только за это можно любить наше солнышко. Солнечные лучи своим теплом стимулируют кровообращение, во много крат улучшают общее самочувствие, воздействуют на нервную систему, снимают стресс, улучшают настроение. Дозированное, но достаточное пребывание на солнечном свете позволяет человеку окрепнуть, получить необходимый запас витаминов. Но, естественно, потому что солнечный свет сделал жизнь на Земле. Вся жизнь возникла благодаря свету и углероду, особенно вот там, где у меня справа стоят проценты, благодаря инфракрасному, видимому диапазону, благодаря которому работают наши фотоакцепторы, и на тот момент ультрафиолету, который, к сожалению, теперь для нас больше вреден, чем полезен. Поэтому жизнь без света невозможна. Свет – это чистая энергия, благодаря которой работает наш организм. Для того, чтобы машина поехала, туда нужно залить бензин, зарядить аккумулятор. Для того, чтобы утюг заработал, его нужно включить в розетку. А для того, чтобы человек работал, что нужно? Точная энергия. Но какая? И именно световая энергия и является вот тем столпом нашего с вами благополучия и с точки зрения жизни, и с точки зрения здоровья, на котором мы с вами стоим. К сожалению, сегодня мы проводим без света до 90% своего времени. Работа, учеба, школа, детский сад, дом. И это может стать причиной довольно большого количества заболеваний, в том числе и тех, которые мы лечить до сих пор не научились. Зачем же нам нужен свет? Свет необходим для поддержания уровня всех обменных процессов в организме. Он активирует синтез энергии в митохондриях клеток, это наши атомные электростанции, способствует улучшению микроциркуляции. Свет необходим для поддержания активности иммунитета, это защитная сила организма. Иначе среди миллиардов, сотен миллиардов, миллиардов микробов, вирусов и всего, чего нас окружает, мы бы погибали еще во младенчестве. Особенно фагоцитов, клеток, которые распознают и пожирают вот эти инородные агенты, бактерии, вирусы, опухолевые фрагменты. Без энергии света у нас эта система работать не будет. Свет обеспечивает нам биоритмы, соответственно, влияет на состояние нервной системы, работы гормональной системы. То есть без света нарушается работа всех органов и систем. И я могу сказать, что история метода светотерапии насчитывает многие-многие века. И это мы сейчас знаем, что точно происходит в нашем организме, когда мы получаем световую терапию. Тогда это на эмпирическом уровне и использовали все великие медики прошлого, начиная с Гиппократа, отца медицины, который устраивал гелиотермы и в разное время суток, потому что мы знаем, что в разное время работают больше разные длины волн, выкладывал своих больных на гелиотермы. Это и гален, это и цельс, и парацельс. То есть развитие метода проходило эмпирическим таким опытным путем, и люди получали результат. Однако наиболее быстрое развитие этот метод получил, когда Нильс Рюберг Финзен, кстати, не являющийся врачом, а это инженер, да, ну просто ну, гениальный человек, он гениален во всем, да, получил Нобелевскую премию, а это была первая Нобелевская премия по медицине и физиологии. До 1903 года Нобелевские премии по медицине не вручали просто, да, и вот первую премию очень символично получил вот этот датский ученый за выдающиеся результаты лечения волчанки и туберкулеза кожи с помощью световых волн. Вот так выглядела пациентка. На самом деле до изобретения Нильса Рюберга Финзена она была обречена. И таких пациентов было много, потому что не было просто никакого лечения. Посмотрите, какие довольно смешные приборы на сегодняшний день с нашей точки зрения. И я могу сказать, что Нильс Рюберг Финзен
собственно, начал работать со светом очень рано. И в 1895 году он основал Институт светолечения. То есть, условно говоря, мы немножко отсчитываем от первой Нобелевской премии, от 1903 года, современную историю светотерапии, но на самом деле я бы все-таки ее отсчитывала с 1895 года, потому что за буквально там 5 лет через его институт прошло 800 больных, из них половина, вот несмотря на такие простейшие приборы на тот момент, еще ни физика была не развита, ни биология в таком объеме, в каком сейчас, половину полностью выздоровели. Он брал только тех пациентов, которых на тот момент медицина того уровня не могла вылечить. И могу сказать, что когда Финзену вручали Нобелевскую награду, председатель, глава Нобелевского комитета сказал, что открытие Финзена полностью соответствует завещанию Нобеля в части максимальной пользы человечеству. И могу сказать, что на сегодняшний день светолечение, фототерапия является самым перспективным направлением в лечении и оздоровлении. И я могу сказать, вот здесь у меня представлено, огромное количество появилось приборов для фототерапии, в медицине так называется, или фотохромотерапии. Очень много приборов, все страны практически выпускают, в том числе и в России. И могу сказать, что современная медицина добилась в развитии метода светотерапии выдающихся результатов. И новейшие аппараты светотерапии показывают очень высокую эффективность при лечении даже очень сложных заболеваний. С учетом абсолютной безопасности, отметьте, пожалуйста, в отличие от любых других методик лечения, этот метод не имеет возрастных ограничений, его назначают новорожденным пациентам, так и людям старшего возраста. И, безусловно, лидером здесь являются приборы светотерапии Биоптрон, которые используют на сегодняшний день эффекты 6 Нобелевских премий. 3 модификации – Биоптрон 2, Биоптрон Медол и Биоптрон Про – это и лечение, и реабилитация, и профилактика. Здесь достаточно представлена мной таблица, я не буду ее подробно разбирать, различных световых методов лечения. Это и свет лазера, и светодиодный, и галогеновый свет, и свет Биоптрон. И вот последняя графа, свет Биоптрон, везде стоит красным, то есть лучше светотерапии Биоптрон на сегодняшний день нет ничего. Более того, очень серьезные отличия света Биоптрона от других видов излучений, потому что как фактор он вообще энергетически не нагружен. Он не оставляет на коже явлений пигментации, никакой эритемы, он легко дозируется. То есть не требует предварительно подобранной биодозы, то есть если мы не пересветим, условно говоря. Отпуск процедуры не требует соблюдения вот строгих правил техники безопасности, настолько он безопасен. Даже не требует специальной подготовки медперсонала. Все пациенты прекрасно переносят эти процедуры, потому что свет для нас естественный. Прибор имеет 3 модификации и может применяться даже при наличии металлических конструкций. То, что даже другие приборы для светотерапии и вообще любые другие приборы применяться не могут. Импланты, аппараты Елизарова, пластины различные при переломах, а также наличие кардиостимулятора. Имеется сертификат электромагнитной безопасности. Уникальный прибор. Поэтому Биоптрон действительно лидер в светотерапии, и 62 страны мира его закупают. Мы имеем более чем 30-летний опыт использования в клинических условиях, и он настолько безопасен, что с очень жесткими требованиями Евросоюза его разрешают использовать дома. Биоптрон сертифицирован как медицинский прибор, но при этом мы можем использовать его в домашних условиях. Запатентованные характеристики Биоптрона как раз и позволяют нам получить вот то, по сути дела, тот свет,
благодаря которому зародилась жизнь на Земле, благодаря которому все биохимические процессы заточены на как раз на эту длину волны. 95% поляризации, да, низкая энергия, полихроматичность, то есть весь видимый диапазон, нет ультрафиолетовой компоненты, свет некогерентный, то есть пики волн не суммируются, не вычитаются друг из друга. То есть вот то, что мы должны получить за день целый, да, с рассвета до заката, то количество энергии от Солнца для того, чтобы просто функционировал наш организм, благодаря биоптрону мы с вами получим за 10 минут. Поэтому, когда говорят, что биоптрон – это как Солнце, я всегда говорю, что нет, это значительно лучше и удобнее. Свойства излучаемого света. Вот давайте вернемся к ним, потому что вот эти параметры, вот эти технологии света, они как раз и позволяют. Никто не смог соединить все технологии, потому что какой-то прибор, например, имеет поляризацию 95%. Это лазер, но это всего лишь одна длина волны. А мы лазер, по сути дела, да, сделали многофункциональным. Мы к поляризации 95%, то есть то, что необходимо, да, для лучшего проникновения в ткани, мы добавили весь видимый диапазон полихроматический. То есть, да, весь, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. При этом свет некогерентный, то есть он линейно поляризован и низкоэнергетический. То есть солнце 50 милливатт на квадратный сантиметр, биоптрон 40, то есть даже меньше естественного солнца. И вот эти вот уникальные совершенно характеристики позволяют нам получить огромное количество преимуществ. То есть оптимальное проникновение в ткани, минимальный нагрев, это просто как тепло лампочки, не вредит коже и подкожным тканям и нет побочных эффектов. То есть биоптрон уникален. Когда прибор для фототерапии воздействует на кожу, а это бесконтактный еще ко всему прочему метод лечения, энергия выделяемого света проникает в подкожные ткани. И вот именно это и приводит к биологическому ответу, который называется фотобиостимуляция. То есть все идет естественным путем. А различные световые волны, если вы посмотрите, они имеют различное проникновение, да, различную длину, могут воздействовать на различные таким образом ткани. Поэтому уникальный совершенно прибор. Поэтому когда мы говорим о применении прибора биоптрон, мы говорим о системном применении, потому что мы сразу получаем огромное количество биологических эффектов. То есть каждая длина волны работает сразу с нашим организмом или предупреждая развитие каких-то заболеваний, потому что мы знаем, что для того, чтобы развелось какое-то заболевание, нужно не менее 3 лет в среднем. Да? Поэтому биоптрон будет решать те проблемы, которые у нас есть, восстанавливать после перенесенных заболеваний, потому что для того, чтобы восстановиться после перенесенных заболеваний, нужно как минимум столько же времени, а как правило в 3 раза больше, для того, чтобы организм полностью восстановился. Но самое главное, мы будем заниматься профилактикой. Мы не знаем, что у нас внутри, молнии у нас нет, чтобы расстегнуть, посмотреть, что у нас там внутри творится. Поэтому все это будет делать биоптрон бесконтактно, приятно, в домашних условиях. Потому что будет действовать на клеточном уровне. Волны видимого, инфракрасные волны стимулируют изменения именно в клетке. И 70 миллионов клеток крови, тканей, всего остального будут работать как раз именно под действием света человека. То есть будет работать клеточная мембрана, да, для того, чтобы получать, то есть вот ионные каналы, вот эти вот, как вот орешки такие вот, да, овальные, начинаются структурные изменения, да, они открываются, и, значит, проникает кислород, питательные вещества в клетку, выводятся продукты метаболизма, то есть продукты распада. То есть клетка начинает правильно работать, восстанавливается ее дыхание, когда мы воздействуем на митохондрию, это вот наши атомные электростанции. Более того, у нас создается некий запас вот такой энергии. И наши митохондрии начинают выделять аденозин-трифосфат, а это именно та энергия, которая позволяет сердцу биться, почкам выделять, глазам видеть, рту разговаривать, ушам слышать, мозгу думать, ну и продолжите дальше сами. То есть удивительное совершенно действие.
И, конечно же, эффект номер один – это восстановление микроциркуляции. 95% проблем нашего с вами здоровья как раз и говорит о том, что у нас есть нарушение микроциркуляции. Кровь вообще вязкая субстанция. И вязкость зависит от количества находящихся в ней белков и эритроцитов. Вот это количество влияет на количество, на кровяное давление и скорость движения. То есть очень часто у нас огромное количество лекарственных препаратов, да, и от давления, например, у нас препараты есть. От боли в сердце есть, но на самом деле до причины-то мы не добираемся, потому что вязкая кровь, она давит на стенки сосудов, сердцу очень трудно ее прокачать, и вот вам стенокардия покоя или стенокардия напряжения, и вот вам повышенное давление. Принимаем годами, десятилетиями лекарственные препараты, ничего не меняется. Так вот, плотность крови и характер моего движения форменных элементов обусловлены ее текучесть. Это необходимо для хорошей микроциркуляции и доставки кислорода к тканям. Слово ишемия, наверное, знают уже все. Если мы не восстановим текучесть крови, у нас начинаются ишемические проблемы, причем мы знаем про ишемию сердца, ишемию мозга, да, инфаркты, инсульты, но точно так же может быть инфаркт почки и так далее. Если кровь густеет, кровоток затрудняется, способствует развитию атеросклероза, формированию тромбов, ухудшению обменных процессов. Ну вот, к сожалению, это все про нас. Вот такими, вот слаж-эффекты, да, вот эти вот монетные столбики в медицине называются склеенные наши с вами эритроциты. И светотерапия Биоптрон является современной, безопасной и высокоэффективной технологией. Мы сегодня говорим о технологиях в борьбе с повышенной вязкостью и проводится для профилактики развития тромбозов. Сейчас это очень актуально. Прогрессирование атеросклероза в лечении ишемической болезни сердца, атеросклероза, сахарного диабета, ревматоидного артрита и многих других заболеваний, которые сопровождаются синдромом гипервязкости крови. То есть, когда у нас гипервязкая кровь, это не просто нагрузка на сердце, это нагрузка на все наши внутренние органы и системы, в том числе на глазное дно, да, на печень, на селезенку, на мочеполовые органы. То есть это гораздо шире. И посмотрите, пожалуйста, что делает Биоптрон. Вот высочайшие технологии 21 века. Вот у нас была картина густой крови, мы посвятились с вами Биоптроном, и через 20 минут после светотерапии одного сеанса вся картина крови меняется кардинально. То есть как будто мы, не знаю, из кинематографа 20-х годов попали в кинематограф там, 21 века, когда уже все в цвете, уже все двигается и так далее. Посмотрите, пожалуйста, все монетные столбики рассыпались, мы улучшили текучесть крови, сняли ее вязкость, увеличили способность эритроцита нести на себе кислород 8-10 раз, увеличили способность эритроциты к деформации, то есть мы тут же восстанавливаем периферическое кровообращение, мелкие капилляры на каждом квадратном сантиметре, у нас до 6 тысяч капиллярных колец, да, иголочкой ткнули, тут же кровь появилась. Так вот, все, весь организм в целом, все органы и системы получают, наконец, у нас кислород, питательные вещества и могут избавиться от тех токсинов, которые мы накапливаем. И все это подтверждено в Институте цитологии Российской Академии Наук. И посмотрите, пожалуйста, насколько быстро улучшаются реологические параметры эритроцитов. Ну, я постаралась не перегружать свою презентацию различными диаграммами и графиками. Мы знаем, что Биоптрон имеет такую клиническую апробацию, какую, наверное, не имеет ни один из всех известных мне медицинских приборов или методик. Итак, что делает свет Биоптрон? Улучшает реологические свойства крови, улучшает микроциркуляцию, улучшает состояние мембраны эритроцитов, улучшает поступление в ткани кислорода, укрепляет иммунную систему, нормализует состояние сердечно-сосудистой системы и борется с бессимптомным воспалением. Я хочу сказать, что это очень большая проблема, бессимптомное воспаление. Оно возникает точно так же, как и внешнее, скажем, воспаление, и с такими же проблемами, только мы его не ощущаем.
но ощущают, например, наши сосуды. Какие другие механизмы, какие другие технологии работают на наше с вами здоровье? Светотерапия также вызывает расширение кровеносных сосудов в области воздействия. И это имеет несколько полезных эффектов, естественно. То есть улучшается местное кровообращение, увеличивается приток кислорода, увеличивается доставка питательных веществ, ускоряется выздоровление. За счет чего? За счет стимуляции выработки эндогенного оксида азота. Но не просто оксид азота, это Нобелевская премия 98 года, эффект, который используется в биоптроне, он не только снимает спазм. Вот посмотрите справа внизу, у меня насколько расширяется сосуд, и как легко вообще, как реченьки такой, да, крови течь, особенно когда она перестала быть таким, как кисель, а стала как вот вода, да. Но не только способствует расширению кровеносных сосудов и усилению микроциркуляции, но и препятствует тромбозу сосудов, нормализует обменные процессы, активирует клеточное звено иммунитета, обладает противоопухолевой активностью, улучшает принос кислорода к тканям. То есть уникальный совершенно эносинтаз, вот этот комплекс, который позволяет нам практически восстанавливать весь организм в целом. Дезагрегация тромбоцитов и предупреждение тромбообразования. Дело в том, что, к сожалению, тромбообразование – вещь, которая не дает о себе знать. Мы не знаем, где, какие гроздья тромбов могут у нас находиться, но с учетом вязкой крови таких тромбов, конечно, у людей много. И в результате общего стимулирующего действия биоптрона на клетки происходит активация процесса формирования новых кровеносных сосудов. То есть даже если где-то у нас засел тромб, у нас идут коллатерали, образуются, то есть неоангиогенез начинается, и у нас кровь все равно пройдет к тому органу, который у нас обеднен наличием кислорода, до которого кровь не доходит. Это удивительнейший совершенно эффект, которые мы получаем благодаря светотерапии биоптрон. Вообще только хирургическим вмешательством можно добиться вообще таких результатов. Нормализуется активность тромбоцитов, да? При этом уменьшается их способность к склеиванию, что предотвращает образование тромбов. Это вместе с вышеуказанной способностью биоптрона уменьшать вязкость крови является прямой профилактикой тромбоэмболии, с которой справиться невозможно. Скорая помощь так быстро ездить не умеет. Да и то и попробуй найди, где этот тромб оторвался: в легких, в брюшинной полости, в мозгу и так далее. Потому что, к сожалению, симптоматика может быть одна и та же. Ежедневное применение светотерапии биоптрон позволит нам предотвратить такое грозное заболевание. Ежедневно по 6 минут на область локтевого сгиба. То уже проще придумать нечего. Лучшая профилактика тромбообразования, инфарктов и инсультов. И этого достаточно. Другие механизмы, о которых бы я хотела сказать, светотерапия может улучшить отток межклеточной жидкости в лимфатические сосуды, тем самым уменьшая отечность тканей. Вот я хочу, очень часто я слышу, какое количество вопросов вы задаете по разным поводам. Вот посмотрите, если отек, то биоптрон прекрасно с ним справляется. Например, при отеке сустава, да, нарушается кровообращение. Или, например, какой-то спазм, вызванный, например, там, ну не знаю, переломом. Или укусила оса, да, на этом месте возник отек. Причины разные, но биоптрон справляется с любой из них. Поэтому, когда мы говорим про использование светотерапии биоптрон. Первое, это должно быть каждый день в виде профилактики. Второе, при острых состояниях, это каждые 2-3 часа для того, чтобы купировать это состояние. При хронических заболеваниях 2-3 раза в день, утро, вечер как минимум, мы применяем светотерапию биоптрон. И в принципе нам не важно, у нас также одинаково болит отек и отечные ноги, потому что на каблуках весь день проходили, и сустав, потому что он воспален, и оса, которую в щеку укусила, болит совершенно одинаково. И отлично совершенно биоптрон справится, несмотря на разные ситуации. Какие еще терапевтические эффекты?
Это стимуляция восстановления тканей, стимуляция защитных механизмов организма и уменьшение чувства боли. Стимуляция восстановления тканей, она уникальна совершенно, потому что мы опять работаем на клеточном уровне. Да? Это в первую очередь стимуляция деления клеток, увеличение синтеза коллагена, потому что некоторые думают, что коллаген это для того, чтобы вот тут молодо выглядеть или рана зажила. На самом деле у нас весь организм пропитан коллагеном, кости у нас на 20% коллаген, да, связки на 80% коллаген, ну как без него? Регулирует выработку коллагена мелатонин. А извините меня, уж мелатонин – это эпифиз, шишковидная железа, вообще на 100% светозависимый орган. Вы поняли, насколько у нас все взаимосвязано, и поэтому лечить нужно организм в целом. Мы светим в то место, которое беспокоит, а в это время биоптрон сам справляется с той ситуацией, которая есть. Высвобождаем факторы роста, ускоряем заживление ран, улучшаем качество рубцовой ткани. Да? Мы можем уйти, если мы сразу применяем биоптрон, конечно, от килоидных рубцов. Это беда вообще на самом деле, потому что лечения, в общем-то, нет. Да? Начинаются спайки, и лечение одно иссякают, да, килоидный рубец, получают новый, если нет биоптрона. Поэтому, конечно, биоптрон применяем сразу. Стимуляция защитных механизмов. Иммунитет – это наше все, потому что светотерапия усиливает неспецифические реакции клеточного иммунитета, причем активации нескольких видов клеток, которые отвечают за иммунитет. Иммунитет – вещь непростая, да, и с помощью чеснока и имбиря наш иммунитет не восстановится, ну, слава богу, и не навредит, но особого влияния на иммунитет не окажет. Поэтому здесь, конечно, нужен биоптрон. Повышение активности этих видов клеток помогает организму противостоять бактериальным, вирусным, грибковым инфекциям. Очень много грибковых инфекций, микозы сплошь и рядом. Это все связано как раз со снижением нашей иммунной защиты. И эффективный свет терапии биоптрон, еще раз повторюсь, для повышения иммунитета было доказано в ходе многочисленных клинических исследований, в том числе и на детей. В том числе биоптрон восстанавливает и противоопухолевый иммунитет, потому что стимулирует активность клеток, отвечающих и за противоопухолевый иммунитет. При этом не влияет на злокачественные клетки. То есть мы онкологическое заболевание будем лечить по протоколу у онколога в онкологической клинике, но светотерапия биоптрон прекрасно профилактирует, да, развитие онкологических заболеваний, и с разрешения онколога гораздо легче переносится химиотерапия, радиотерапия и так далее. Вот здесь просто на картинке у меня просто стимуляция различных неспецифических иммунных реакций с помощью светотерапии, потому что биоптрон влияет и на красные кровяные клетки, и на белые кровяные клетки, да, на нейтрофильные гранулоциты, на моноциты, на естественные клетки-киллеры, которые у нас есть, которые распознают и уничтожают атипичные клетки. Это все делает биоптрон. Ну и, конечно, уменьшение чувства боли, от которого нужно избавляться. И я могу сказать, что светотерапия уменьшает ощущение боли просто несколькими способами. То есть это не 5 таблеток разных, которые нужно принимать, потому что боль, она многогранная. Она может быть, вот если я спрашиваю, какая, вот всегда спрашиваю, какая боль? Тянущая, острая, колющая, зудит когда? Это все тоже боль. Поэтому биоптрон работает сразу на всех фронтах. То есть оборона там, будь здоров, биоптронная. Это и улучшение локального кровотока, и снятие мышечного спазма, и уменьшение воспаления, и стимуляция выброса естественных болеутоляющих химических веществ, которые у нас есть в организме, да, и уменьшение передачи боли за счет прямого воздействия на периферические нервы. Удивительное совершенно действие. Пожалуйста, используйте светотерапию биоптрон, потому что она снимает даже фантомные боли. Это знаете, когда ногу отрезали, а она продолжает у нас болеть. Восстановление циркадных ритмов. Для нас это очень важно. Нобелевская премия 2017 года по медицине и физиологии группе ученых по влиянию циркадных ритмов на физиологию человека.
Казалось бы, циркадные ритмы или биологические ритмы, чего уж, господи, весь мир про них знает уже не один десяток лет. А в 17 году вручили именно за это. На самом деле это очень важно. Что такое циркадный ритм? Это чередование циклов сна и бодрствования, которое происходит только под влиянием наших внутренних биологических часов. А наши биологические часы заточены на 24 часа. И они работают только тогда, когда есть свет. Был очень интересный эксперимент лет 20 назад во Франции. Людей поместили в темные пещеры, там было все хорошо, свежий воздух, там подавался кислород, им было прекрасное питание, они могли заниматься спортом, но все в полной темноте. Я хочу сказать, что результаты через 2 недели эксперимент просто прекратили, потому что начались такие нарушения в организме людей, что 3, по-моему, или 4 получили тяжелую инвалидизацию. Поэтому осень и зима, по мнению экспертов, за всю историю человечества оказывают большее влияние на здоровье человека, чем все любые другие явления, потому что мы не получаем и достаточное количество солнечного света. Поэтому снижение иммунитета, повышенная метеочувствительность, обострение хронических заболеваний – вот далеко не полный перечень нарушения биоритмов. И вообще выстраивается вот такая цепочка, если у нас нет света. Нарушение биоритмов, сбой на клеточном уровне ведет за собой нарушение гормонального баланса, ведет за собой болезни, раннее старение, соответственно, закончите сами. Почему? Потому что главный гормон, о котором мы уже с вами говорили, главный гормон нашей жизни – мелатонин, регулятором которого является эпифиз, шишковидная железа, которая на 100% светозависима. На 100%. Не на 99%. Нам негде взять этого света. Но рассчитана она только на естественный свет. Вот не на лампочки вот эти вот, не на фонарики, нет. На естественный свет, который генерирует либо природа, либо светотерапия биоптрон. Природоподобная технология. Потому что мелатонин обеспечивает нам качественный сон, активизацию иммунитета. С 12 лет за наш иммунитет отвечает только мелатонин. Не используйте биоптрон, никогда не будет крепкого иммунитета. Профилактику онкозаболеваний, снижение сахара и холестерина крови, а значит профилактика атеросклероза, инсульта, инфаркта, антиоксидантный эффект, хорошее психоэмоциональное состояние, повышение половой активности. Мелатонин – один из основных гормонов активного долголетия. Не забывайте, пожалуйста, про это. Что касается хорошего настроения. Биоптрон против сезонного аффективного расстройства, зимней депрессии, вообще против депрессии первое средство. Дело в том, что ничего лучшего медицина не придумала, как лечение ярким светом не менее 10 тысяч люксов. Так вот, все модификации прибора биоптрон имеют как раз яркость 10 тысяч люксов. Поэтому лечим насморк, а депрессии-то у нас точно не будет. Ну и 47 сертифицированных медицинских показаний, благодаря которым мы можем как монотерапию лечиться биоптроном, и, собственно, и остальные 50 тысяч заболеваний, которые внесены в МКБ-10, это международная классификация болезней, здесь биоптрон будет совершенно необходим, потому что мы лечим не болезни, мы лечим человека с его проявлениями. Поэтому в медицине используется очень хорошо от дерматологии до хирургии, и все получают тот эффект, который нужно. Итак, давайте по технологиям. Механизмы лечебного света. Улучшение микроциркуляции реологических свойств крови, стимуляция синтеза АТФ, энергия, улучшение обменных процессов, усиление фагоцитарной активности и продукции иммуноглобулинов, повышение активности фибробластов и увеличение продукции коллагена. Вы теперь знаете, что без коллагена никуда не ступить, да? И он нужен нам. Стимуляция процессов грануляции и пролиферации соединительной ткани.
Ну и биопозитивные эффекты. В конце я хочу все-таки напомнить, потому что я горжусь этим прибором, вы себе представить не можете. Это глубочайший прибор по его воздействию, простейший по использованию и глубочайший по воздействию. Противовоспалительный, противоотечный, анальгезирующий, регенерирующий, иммуномодулирующий, метаболический, обменный процесс восстанавливает, трофический, питание тканей, десенсибилизирующий, антитромботический. И все это одновременно. Лечим прыщик, а получаем продление жизни, улучшение состояния гормональной системы, пищеварительной системы. Давайте посмотрим некоторые преимущества, хотя, в общем, преимущества настолько очевидны, что я думаю, что у нас все-таки очередь должна за биоптронами стоять. Итак, конечно, это швейцарское качество. Приборы разработаны, произведены компанией Биоптрон АГ в Цвитаре, в Швейцарии. Убедительнейшие медицинские результаты, потому что это клинически доказанная эффективность и очевидные результаты те, кто использует светотерапию Биоптрон. Очень практичные, приборы мобильные, легкие, не требуют дополнительного обслуживания, это конечная покупка. Многофункциональные, дома, в клинике, у стоматолога, в салоне красоты, где угодно. Очень быстрая окупаемость, мгновенная практически, нет побочных эффектов, никаких. И широкая область применения от травматологии до хирургии, от ревматологии до спортивной медицины, от гериатрии до домашнего лечения и многое другое. Светотерапия Биоптрон эффективна, безопасна и нужна всем нам для того, чтобы мы не болели, а были здоровы. Итак, убедительные медицинские результаты, инновационные решения для долгой здоровой жизни. Одна технология, три модели, сертифицирован как медицинский прибор, имеет регистрационное удостоверение Минздрава России и разрешение на применение медицинских технологий Росздравнадзора. Я хочу похвастаться клиническим опытом российских врачей, я хочу похвастаться статусом новой медицинской технологии в педиатрии и ранозаживлении, которые мы получили в 2010 году. Я хочу похвастаться эффективностью клинических испытаний и при повреждении кожных покровов, и заболеваний опорно-двигательного аппарата, и простудных заболеваний, и органов дыхания, включая гормонозависимую бронхиальную астму, и заболевания лор-органов, и заболевания органов урогенитального тракта. И у меня место просто закончилось на слайде. Но самое главное, это профилактика. Это профилактика. Мы все знаем про профилактику, но мы не знаем, что нужно делать. Или профилактика занимает всю нашу жизнь, все наше время. Вот вам естественная, нужная профилактика. Регулярные профилактические сеансы 2 раза в день по 10 минут обеспечат нам высокий уровень энергии, активный иммунитет, профилактику простудных заболеваний, онкозаболеваний, инфарктов, инсультов, замедлит скорость старения, уменьшит воспаление, нейтрализует боль. В основе всего профилактика 2 раза в день по 10 минут. Найдите, пожалуйста, время. Цветотерапия, когда мы регулируем, это тоже энергия. Когда мы усиливаем определенную длину волны, и таким образом мы можем влиять плюс еще и на эмоциональное состояние. И разработанные 14 методик швейцарским институтом биоинформации, уникальных совершенно, которые позволяют нам в домашних условиях заниматься цветопунктурой, по сути дела, и фуллереновый фильтр, который на самом деле уникальная совершенно молекула. 2 года, благодаря профессору Каруге, мы пользуемся. Это молекула, которая была обнаружена в 1985 году и в 1996 году была получена Нобелевская премия за ее синтез, потому что ее практически нет на Земле, только в шунгите. И хочу сказать, что вот такая экосаэдральная структура практически повторяет 85% биологических структур нашего с вами организма. А значит, свет, который проходит через фуллереновый фильтр, нам становится еще ближе и роднее.
Более того, он не имеет пределов для проникновения. И здесь мы уже получаем квантовую медицину, медицину, которая работает на атомном уровне. По сути дела, вот такой миниатюрный наногенератор. С помощью линейно-поляризованного света мы с вами получаем клетки энергию, да, митохондрии напитываются этой энергией. А с помощью фуллеренного фильтра мы восстанавливаем равновесие, баланс всех органов и систем в организме. Мы приводим наш организм в состояние гомеостаза, и у нас организм понимает, сердце понимает, что делает желудок, желудок понимает, что делает мозг, мозг понимает, что делают руки, руки понимают, что делают уши. Мы становимся практически совершенством. Поэтому, конечно, мы используем и линейно-поляризованный свет, и гиперполяризованный свет. Не рассчитывайте, что рассеянный свет нам поможет, даже если мы целыми днями будем находиться на улице. Я сейчас говорю о людях, тех, кто живет на юге. К сожалению, мы получаем такое количество ультрафиолета, что на открытом солнце мы с вами на сегодняшний день можем находиться не более 15 минут. Поэтому 15 минут и дальше в тень под светотерапию Биоптрон для того, чтобы получить все то, что мы должны получить от солнца. Таким образом, терапия гиперсветом – это энергия жизни. Поляризованный свет, гиперполяризованный свет, полихроматический свет, некогерентный свет, низкоэнергетический свет. Мы получаем биостимуляцию. Биоптрон настолько эффективно восстанавливает наш организм, что очень часто ничего больше и не требуется. При этом он прекрасно совместим с любыми другими методами лечения. И я могу сказать, благодаря множественным биостимулирующим эффектам, о которых мы с вами говорили, здесь я просто их суммировала и повторять уже не буду, мы получаем удивительное совершенно действие света, естественного для нас, того, которого мы любим, на наш организм, на все наши внутренние органы, даже когда мы этого и не замечаем. Итак, преимущество. Безболезненный, бесконтактный, атравматичный метод, совместим с традиционным лечением другими видами физиотерапии, клинически доказанная эффективность для профилактики и повышения иммунного статуса, может применяться в домашних условиях, нет побочных эффектов, приборы мобильные. Это новая медицинская технология. Вы всегда можете получить дополнительную консультацию. Производится в Швейцарии, гарантия 5 лет. И постгарантийное обслуживание. Ну, могу вам сказать, что приборы не ломаются. И вы знаете, я люблю высказывания медиков, ученых. И вот в первом веке до нашей эры Асклепиад был такой целитель, очень такой важный на самом деле, очень много чего хорошего сделал. Он свою формулу лечения вывел. Лечить безопасно, быстро и приятно. Я вас поздравляю. Его наставления мы спустя 20 веков мы все-таки выполнили, имея швейцарскую клинику дома в виде светотерапии Биоптрон. Лечить безопасно, быстро и приятно. И почему? Потому что естественный метод лечения, реабилитация, профилактика, нет побочных эффектов. Можно стать здоровым и оставаться здоровым со светотерапией Биоптрон очень легко. И напоследок, великий Эйнштейн сказал очень важную фразу. «Остаток моей жизни я буду размышлять о том, что такое свет». Свет – это жизнь, и у нас он есть. А я благодарю вас за внимание, желаю, как всегда, вам быть здоровыми. С вами была Курочкина Елена. Всего вам доброго, увидимся. Используйте Биоптрон, пожалуйста, каждый божий день. И будет нам счастье. До свидания.